Здравствуйте, дорогие друзья! Я, ваш доктор Александр Шишонин, приглашаю вас на вебинар, посвященный секретам лечения шейного остеохондроза, коварного заболевания, которое сопровождается многими симптомами, такими как нарушение кровоснабжения мозга, повышение артериального давления, которое начинает лечить таблетками ни к селу, ни к городу, ну и множеством других симптомов. Человек может даже и не знать, вот чем он коварен, шейный остеохондроз, да, тем, что уже могут быть проблемы большие, серьезные в шее, а в самой уже симптомы будут, там голова болит у человека, давление скачет, например, да, вот, сердце начало работать с перебоями, аритмия появилась, а шея сама еще не болит, то есть там уже внутри все пережато, все, что нужно для появления симптомов, а боли еще не появились. И вот всякие такие коварные штучки шейного остеохондроза мы на этом вебинаре с вами четко и безапелляционно разберем. Чтобы у вас уже было четкое понимание, чтобы вы уже смогли и сдиагностировать у себя, и справиться с этим всем неприятным моментом, связанным с шеей. Даже коснемся таких вещей, как эндокринологические проблемы, там, щитовидная железа, которая тоже бывает часто связана с шейным остеохондрозом. В общем, пробежимся по полной программе, и у вас будут в голове после этого вебинара будут знания. И будут практические уже навыки, как и что необходимо делать для того, чтобы жить и не страдать от вот этого коварнейшего заболевания шейного остеохондроза и его неприятнейших и грозных симптомов. Поэтому приглашаю вас на вебинар завтра в 11:00 по московскому времени. Мы с вами встретимся и все это подробно обсудим. Там теория будет, там будет практика, там будет вам даны знания, которые позволят вам действительно себе помочь, а возможно и не только себе, но и окружающим вас страдающим людям. Так что до встречи на вебинаре. Подписывайтесь на вебинар, записывайтесь, ссылочка под видео на этот вебинар, и будем с вами заниматься шейным остеохондрозом, а точнее его коварством. До встречи!